Всем привет! Хочу вот сейчас буду первый раз менять топливный фильтр на дизельном кадике, Volkswagen Caddy. Ну что ж, приступим. Снимаем шланг гидроусилителя защелки, чтобы он не мешался. Привяжем он к уху веревочкой, чтобы он мне не мешал. Откручиваем вот этих 5 болтиков под звездообразную отвертку Т20. Ну, я предварительно их сорвал, но вот если у кого нету трещотки или еще что-то, то можно вот сорвать вот таким способом, плоскоупцами. Больше усилий приложите и легче будет. Ну что ж, откручиваем. Оп, уже проебал. Не проебал. Да, с болтиками надо аккуратненько, то что-то норовят упасть. Тем более, если в болтиках внутри грязь, то отвертка не полностью заходит. Болтики, они, видите, небольшие такие, так что немного их надо будет откручивать. Дальше, вот тут немцы продумали, отверточкой поддеваем, тут специально пазик есть, и равномерно пробуем, надеюсь, что не сломаю, поднять крышечку. Вот она потихоньку поднимается. Вот она пошла, родимая. Что-то мне стрёмно. Видите? Так, вроде теперь с этой стороны. Шланги никакие откручивать с крышки не надо. Так, вот крышка поднялась. Тряпочки. Надеюсь, чтобы соляра ни на ремни никуда не пошла. Закрыть, чтобы потом ремни жирными и мокрыми не были. Вон. Ну что, вытаскиваем. Крышечку снимаем. Оп. Крышечка, вот она как выглядит. И теперь будем вытаскивать фильтр. Отверточка опять же. Попробуем так. За бортом примерно минус 18. Соляра не замерзшая, но фильтр, вот, покажи. Фильтр хлам. Давно его тут не меняли. Берем новый фильтр. Так. Перед тем, как ставить новый фильтр, надо оттуда вытянуть всю соляру и вытереть хорошо. Шприцом. Ну, правда, у меня шприц маленький, под рукой, далеко до аптеки шприц купить. Ну, в принципе, таким макаром вытаскиваем оттуда, выбираем соляру. Убрали вот чистый стакан. После этого, после того, как убрали топливо, надо стакан этот вытереть насухо. Ну, не то, что насухо, чтобы он чистенький был. Вот. Теперь снимаем резиночку. Вроде бы тут где-то должно быть опять какой-то пазик, чтобы резинка снималась. Но, если честно, я ее не нашел. Поэтому попробуем снять резинку так. Пазик, с помощью которого можно снять будет резинку. То есть поддеть резиночку небольшой отверточкой и снять. Ну, я и так резинку старую. Вон она. Какая. Ставим фильтр отверстием вверх. Оп. И сейчас будем одевать резинку. Где резинка? На место новую. Аккуратненько.
Так, уплотнительную резиночку поставили и собираем в обратном порядке. Так, попали в паз. Надо приложить небольшие усилия, плотненько так. Крышечку мы поставили, фильтр придавили. Единственное, вот когда вот здесь есть как бы замочек, чтобы крышку не поставить другим местом. Вот надо, когда крышку придавливаешь, вот, чтобы этот замочек попал в пазик. Ну, как бы там папа-мама попал. Покажи вот. Видно, да? Ну и потом. Вот он. Пазик. И потом стягиваем болтиками крышечку. Друг против друга болтики. Сейчас попробуем завести. Что, будет течь, не будет? Пока работает, а как он заведется, пока течи нету. Все, всем пока.